What the fuck is this? О, дружище. Ты сделал все, что мог. И конкретно обосрался. Но ничего, теперь я здесь. Пора вернуть плюс 100 к харизме. Так, убей дракона, найди слабое место дракона. Так, все еще закрыто. Так, вот что я еще нашел. Подробности. Вот где находится у нас огненный шар и все остальное. Я даже об этом не знал. Так, тяжелые атаки удерживает, ладно. Элементальные атаки. Открывает 3 мощных элементальные атаки. Огненный шар нажми, удерживай В вперед, плюс левую кнопку мыши, а когда меч будет заряжен, отпусти правую кнопку мыши, чтобы выпустить огненный шар, который взорвется при контакте с врагом. Ледяное лезвие нажми, удерживай S, плюс правую кнопку мыши, а когда меч будет заряжен, отпусти правую кнопку мыши, чтобы выпустить горизонтальный снаряд, рубящий всех врагов на своем пути. Так, здесь тоже правая кнопка мыши. Электрические торнадо. Нажми и удерживай А или Д, плюс правую кнопку мыши, а когда меч будет заряжен, отпусти правую кнопку мыши, чтобы поразить всех окружающих тебя врагов ударом молнии. Вперед, назад, лево, вправо. Так, хорошо, а здесь может тоже что-нибудь появилось. Так, каждый... Ну ладно, здесь в принципе понятно. Автоматическая стрельба. Пули. Повышенный урон на 20%. Так, тут тоже все понятно. Здесь тоже. Так, ну только вот с этим. То есть здесь, в принципе, у нас было, открывает огненный шар. А как? Я думал, сам по себе. Но нет. Так, вперед. Вот у нас огненный шар. Вот об этом-то я и не знал. Так, это влево-вправо. Так, вот у нас зарядка идет под прицелом. Сейчас зарядилась и стреляет. Так, и назад. Окей. Так, а вправо. Так, это что-то должно быть вокруг себя. Так, где у нас там? Чтобы поразить всех окружающих тебя врагов удар молнии. Так, ладно, потом посмотрим уже на деле. Надо найти сердце этой твари и взорвать его к чертям. И поскорее, пока я не стал куском драконьего говна. Так, прыжки появились. Дракона. Ни хрена себе, это же сердце. Ты только посмотри на размер этой штуки. А я еще думал, что у этого урода и вовсе нет сердца. Сейчас мы проверим. Так, что у нас открылось? Сердце дракона. Так, все, это последняя локация. Сердце дракона. Многие считают, что драконы бессердечны, но ничего подобного. Однако орган, который в действительности ими управляет, это желудок, который всегда кажется пустым и заставляет их пожирать все и вся на своем пути, спрятанная глубоко внутри за непробиваемой чешуей, мышцами и внутренностями, бьется могучее сердце зверя. Прозвучало подозрительно пафосно для этой игры. Посмотрим поближе. Без паники. Нужно заряжать. Так, а в воздухе не заряжается. Привет, мальчики. Думаю, вы не ожидали, что вам заберется так глубоко в ваше. Так, а достаточно неплохо. Так вокруг себя бьет.
молнии. Не знаю, какой урон, правда, наносится. Походу, нас сейчас убьют. Походу, не очень большой. Так, все очень плохо. Так, все очень плохо. Короче, много урона это все равно не наносит, походу. Против маленьких, может быть, будет хорошо. Я этих, по идее, должен убить. Вообще промазал. Ладно, не будем отвлекаться на это. Главное, мы узнали, как это работает. Что вообще происходит? Что у нас тут есть? Так, даже этого не добил. Их. Взорвался. Второй взорвался. Нет, не взорвался, это молния была. Естественно, все равно у нас не прокачано. Так, все. Доберись до сердца дракона. Аквариум, это большая рыба. Как слышно? Как слышно? Аквариум. Что ж, похоже, я теперь сам по себе. Твою мать, как же тут мерзко. Так, здесь, наверное, что-то есть. Не просто так. Ну да, спрятали. Улучшение. Так, ну у нас 3. Нам надо 4. Все, проглотил ванна, готовься получить пожбан.
Так, пробуем. Успеем, не успеем. Так, ну как-то слабенько все, да. Огонь, наверное, тоже слабенький. Это тоже слабенько. Забираем. 5000 восстановили. Так, теперь 4 есть. Можно прокачать. Взрывцы позволяют отталкивать и более крупных врагов. Это будет хорошо. Так, подробности. Подробности здесь нам не нужны. Чем-то сделано. Если не видно, что можно пробежать. Смысл от этого. Так, опасная зона выполнена. Она уже была выполнена. Да, это уже было. Блин, мы это оружие даже не задействовали. Так, вот этого можно забрать. Тут я всегда только за. Так, так, так. А вот мне пригодилась эта стенка, против которой я был. Говорю, что зачем она нужна. Yeah.
куда-то не туда. То есть надо было подпрыгнуть. Этот запах, черт, я что, приближаюсь к заднице дракона? Надеюсь, что нет. Так, вообще немножко посмотрите, что тут у нас вокруг. Лава. Подумайте только, сколько жратвы нужно этой твари, ничего удивительного, что она летает туда-сюда и жрет все вокруг. Страшно представить, сколько еще она сорет. Эй, цепляйся. Прыгай, ты сможешь. Не смог. Надо чуть выше брать. Звездная дата примерно 4 минуты, и все равно никто не смеет над моим, не смеется над моими шутками. Доберись до устройства судного дня. Ходзи. Она же лазер, она же... Руководство по выживанию от Ланбана. Совет 2-3-4. Если у меня что это, стреляй. Что это за хрень? Эй, постой-ка. Если та пушка Ходзи все еще работает, может я смогу уничтожить с ее помощью это громадное сердце? Надеюсь, гигантский лазер Ходзи еще работает. Он уже давненько бухтался в драконе. У дракона в желудке. Так, ну оно походу работает. Устройство судного дня и пронзи сердце дракона. Но сначала повоюй, да? Ладно, ладно. Идея убить дракона гигантским лазером прямо из его кишок может и шизоидная, но все последние недели были шизоидными. Клин клином. У нас очень часто один хп остается. Я понимаю, что мы вообще умереть, походу, не можем. Возможно, от этого зависит уровень сложности. Нас банально не могут убить. Но будем считать, что могут.
Иначе можно просто на месте стоять. Подкинул. Так разорвать. Хотя это уже, наверное, добили почти. Ну что же, демонический плющ, блокирующее устройство. Убиваем. Было. А это эти появились. Все плачевно. Туда нельзя, походу. А, если только наверх. Эти неприятные появились. Один ушел. Уничтожь демонический плющ, блокирующее устройство. Так, еще враги. Эй. Так, может, я вас скидывать могу.
по сути. Только они что-то не умирают. А, вот все. Так, смотри под ноги. Мы никого не скидывали никогда. Теперь будем. В принципе, это удобно. Особенно здорово. Так, с этим не знаю, получится нет. По идее должно. Здесь 50 на 50. Это, по идее, немножко летающий. Сейчас проверим заодно. Вообще, по-моему, его скинуть не можно туда. Да. Не очень. Так, вот этого мы можем скинуть. Смотри, под ноги надо еще двух скинуть. Ну, зря сюда пришел. Так, все, скинули. Так, забери награду, смотри под ноги. И One Punch Man. Отбрось противника взрывом ЦИ 100 раз. Так, хорошо. Что у нас еще осталось? Что мы можем выполнить? Так, сразу после атаки крюком. 18-25. Можно попробовать. Это надо убить. С маленькими хорошо получается. Еще пятерых. Так, сколько у нас 18 было? Качается она вообще нет. Так, да, 22. Качается, это хорошо. Выполнено. Забираем. Так, что у нас получается? 3. Так, ну здоровье нам не надо. Это прокачаем. Так, что осталось? Убей как минимум двух противников одним ударом катаны. Это плохо получается. Выстрелом из мятежника с близкого расстояния. 22. Убей. Тоже на маленьких надо. В основном. Так, еще 25. Сейчас новая волна должна пойти.
получается, чуть-чуть осталось. Так, вот там внизу двое. Это которых мы скинули, что ли? Они не погибли. Может, из-за этого эти появляются? То есть, как бы, тех надо убить. Обязательно. А это просто как добавочные такие. Ну, мы тогда на них сейчас прокачаем. Это ближний бой. Да, они у нас бесконечно будут появляться. Так, еще чуть-чуть. Эти патроны тоже здесь появляются постоянно. Так, отлично, выполнили. А правда это, в принципе, два. Нам еще надо два. Так, что здесь осталось? Катаны. Сложно будет, но, кстати, тоже сейчас можно попробовать выполнить. Вдвоем. Так, это надо, наверное, зажать вот так. Может, так получится. Вот, наверное, вот так вот надо. Сколько у нас было? Да, 13. Просто надо зажать, по идее. Так, ждем второго. Не получилось. Еще один разок. Отлично, мультиудар. Выполнили. Так, дальше. Испытание. Имея низкий уровень здоровья. Так, ну здесь... Не знаю, как здесь. Не хотелось бы, конечно, умирать. По-моему, мы бессмертные. Ладно, это мы тестировать не будем, а то вдруг сейчас умрем и все по новой. Не очень бы хотелось. Так, убей 50 противников взрывом огненной бочки. Добав пораженных электрической или ледяной бочкой. Так, ну здесь, конечно, это уже, наверное, вряд ли мы будем сейчас делать. Бочки, конечно, есть. Но слишком много. Так, ладно, убиваем тех. Зря мы не скидывали. Все, то есть получается, маленький-то особо трогать-то и не нужно. Проникни в сердце. Сколько мудилы?